Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ. Продолжаем с вами проходить Дюм-Дюм. Пропуск у нас есть, погнали. Доступ предоставлен. Давайте. Желтый пропуск, он нам нужен. А, о, это было неожиданно. И 16 патронов, да? Какая прелесть. Но мы здесь были уже, помните, да, проходили. Когда шли за пропуском. Ща повылазю, деятели, деятельные, деятели. Так, пилы у нас Макс. Какой пар, да, прикольный. Мне нравится. Дым. Такой прям натуралистично-натуральный. Но вы, конечно же, со мной можете не согласиться. Что это такое? Игра, что ты хочешь от меня, а? А, вот что игра от меня хочет. Но это я взял уже патроны на... Я правильно вышел? Что со мной происходит? Я правильно вышел. Бронька. У нас все с вами есть, друзья. Вот это офигеть. Вот это офигеть. Ладно. А дальше куда? А, вот так. Мы здесь лазили уже. Точно говорю вам, лазили. Круг, да, здесь, да. А в чем прикол? Я что-то не понял. Подождите, а... Что надо делать-то? Ну и 30. Давайте в дверь зайдем. Только я не понимаю. Здесь закрыто все. Ну вот он, желтый пропуск. И что? Вот мы вышли. Сейчас опять прыгаем. Ага. Вот оно. Не туда повернул просто. Что, опять шлюз? Ладно. Открывай, родной. Кто там? А чё ты не сдох, а? Кто там? И вот так сверху, да, чтобы нас засчиталось. Да, конечно, засчитается. Пошел вон. Как он таким образом отпрыгивает? Объясните мне. Нам надо таких 30 убить. Сверху. Это поезд, да? Это уже поезд. Просим занять места. Поезд готов к отбытию. Сейчас займем. Пункт назначения — особый исследовательский комплекс ОАК. Ладно. Че, я управляю паровозом? Видимо, да. Да. Продолжить путь. Прикольно, так нажал кнопочку и поехал. А мы что, не со всеми подрались? Да, елки-палки. Жаль. Ладно. А как так получилось? Кого мы еще профукали? Фиг его знает. Кого-то, наверное, профукали. Ну ладно, не критично. Там чуть-чуть оставалось. И у нас нет патронов на дробовик. Что плохо. Что очень-очень плохо. Ладно. Светлое будущее. И что здесь за светлое будущее? Это мы в него едем, да? Прибытие в особый исследовательский комплекс ОАК. Я не могу двигаться, друзья. Только влево-вправо. Кто там? Войдите. Пора нам встретиться лично. Мой кабинет на втором этаже этого комплекса. Хорошо. Встретимся, не вопрос. Поцелуемся, да?
Сэмми! Сэмми! А здесь есть что-нибудь? Ну-ка. Ну, я думаю, что все, что нам надо, мы потом, скорее всего, получим. Ну наш да. Передовой центр исследований разработки и производства использует новейшие технологии для создания прототипов любой техники. Что, отсюда я зайду? Нет, все-таки сверху надо. Представляете? Путь один. Я думал, какая-то альтернатива есть. Нет, нифига. Я фонарел, что ли, алло. Ну-ка. 12 патронов. Нормально. А где вы 10 черти были? Демонического присутствия. Начинается блокировка. Ладно, о, тут кого-то в туалете замочили. Так, ну чё, бензопила? Да? Кто там рыгает? А здесь есть что-нибудь? Ничего нету. Так, надо, да. По бафам догоняться. Вот, сколько их там уже? 7 из 30. И все? Ух ты. Ух ты. Ну что сделаем? Броньку, наверное, да? Давайте броньку. Пока, в принципе, патронов хватает. Броньку, да. Давайте. Или... Давайте, да, бронька, бронька, бронька. Пусть будет бронька. У нас 100 единиц брони. Мы сняли, да, блокировку? Да, сняли. Я хочу прокачать руну. Так, давай. Их надо просто сверху убить. Засчиталось? Да, засчиталось. Это так взорвем. Не особо это прям надо. Готов? Да, готов. 9 из 30. 30 демонов надо сверху убить. А, тут вот так уже, да? Ну ладно. У меня пушечка Гаусса есть, так что извините. Так, давай-ка. Я тебя оглушу. О, нет, не тебя. Тебя я просто грохну и все. Опа, сверху. Ой, какая прелесть. 11. Не, ну с тобой я воевать, естественно, не буду. Я вот так сделаю. Продолжаем, продолжаем с вами. Улучшать статистику. Сколько у меня осталось? 120? Нормально. Пушка Гаусса радует. 11. У меня, значит, надо еще 19 демонов расконопатить. Объявление для третьей ступени. Добро пожаловать, приверженцы третьей ступени. Вы поднялись на новый уровень мышления. Все заблуждения смыты светом науки, и теперь вы видите мир таким, каков он есть. Под руководством ОАК истинная мощь Аргент Энергии приведет человечество в новую эру. Больше никаких секретов и тайн. Сегодня начинается ваш путь к последней ступени. С каждым днем растет наше понимание природы других измерений. Осознав, каким могуществом наделил нас ад, мы достигли величия, о котором не могли и помыслить. Миссия приверженца третьей ступени больше, чем работа. Духовное осознание того, кем мы являемся и кем нам суждено стать, растет с каждым внесенным в каталог артефактом, с каждым прототипом оружия, с каждым обращенным еретиком. Вы видите, что страх перед адом — лишь сложности в трактовке реальности и антинаучные химеры. Вы открыли свой разум. Сделайте нас единым. Да, это я видел. Заблокировано, а безопасность не подтверждена. Еще есть демонический уровень, что ли, угрозы? Я не понял. Что происходит? Почему ничего не разблокировано? Что за фигня? Но это выход. А, вон ходит еще. Это из-за него, что ли? Ну давайте. Мы статистику улучшим. Еще есть кто-то?
Больше нет никого. Пойдемте. Здесь. Ну-ка. Ну, это этот коридор с другой стороны. Да, здесь все нормально. Открывайся, пожалуйста. А что еще надо тогда? Нам придется пойти на еще большие жертвы. На какие? Прогресс, а безумие. Совет директоров понимает исключительный характер вашей работы. И мы понимаем, что эти жертвы необходимы для будущего цивилизации. Но ваши суждения больше не кажутся разумными. Это про что она? Надо было открыть вот того демона и все. О, идемте продолжать улучшать руны. Иди сюда. Ты помер, да? Еще есть кто-то? Не, ну все-таки у меня облом вышел с боевым рейтингом. Я так храбрюсь, говорю, что ладно, мелочи. Ну чуть-чуть не хватило нам. А почему, интересно? Мы что-то по всем полили от души так. А, вон оно что. Ну с этими сейчас разберемся. Снаряжение стало быстро заряжаться. Это хорошо. Это, я так понимаю, на пушку Гаусса мы взяли, да? Ну-ка. Да. Это бронька. Что, все? Или еще есть? Тут есть что-нибудь? Нет, ничего здесь нету. Гнездо справа, да? Да, гнездо справа. Так вообще, что им тошнит постоянно, этим деятелям. Так, давайте сейчас я на вас буду пофармлю, пока улучшение. Почему они отскакивают куда-то в сторону? 14. Давай. 15. 16. 14 осталось. Но это не совсем, конечно, фарм опыта. Хотя тоже фарм в определенной степени. 100 максимальное. Так, все, выдираем. Погнали. Пошел вон. Пошел вон. О, манкубенок, здорово. Ты еще жив, да? Да, это мелочи. Вот так. Здорово. О, еще один. Хорошо, хорошо. А мне плевать, у меня бронька есть. И тебя я сверху сейчас разорву. Кто там? Так, отдыхай, родной. Тебе пора давно уже. Ты тоже отдыхай. Вот он хотел... Опа, опа. А ты нет, нет, нет. Это вот так будет. Вот так. Ты что, типа выжил, что ли? Ты не выживешь. Это я тебе точно говорю. Бля. А, нет. Ладно, я не против. Я совершенно не против. Броньку с меня сняли. Yes! О, это кто? Призыватель. Я и не размотал ее. Ох, как это было опасно. Мало, да? Иди сюда. Ой, мы сейчас пока пофармим. Опыт. Живой? Вот гаденыш, а. Ладно, сейчас с призывателем тоже разберемся. Ну, сдохни уже. Где она? Все, до свидания. Или еще кто-то есть? Попал? Молодец. Сюда. О! Наш старый друг. Ту-154. Еще один. Еще один на бис, пожалуйста. Сверху, сверху, да. Вот так. Отлично. Yes. Сюда иди. Гаденыш. Сюда иди. Вот так. 19-й. Пошел отсюда. Готов.
Готов. Где еще? Покажите мне их. Где? Покажите мне их. В смысле? Демоническое присутствие ликвидировано. Блокировка снята. Ну это не 45, здесь их меньше, сука. 3-4 выстрела на пушку Гаусса, да? Это, наверное, берсеркер был. Чтобы разорвать призывателя. Ладно. 34. Подождите, а когда мы с этим мелким засранцем, с импом, выясняли отношения, там были патроны на дробаш. Где они, как вы думаете, друзья? Как вы думаете? Сюда нам открыли дорогу? Подождите, я что-то не понял. Так, блокировка снята на куда? Я не помню, что там что-то блокировано просто было. А, вот это. Ну давай, давай, давай. Открыть, давай. Что? А, это... Пусть обновление системы вас не тревожит. Это прототип нашего межпространственного силка. С его помощью я сумею вытащить вас из преисподней. Простите за встряску. Сами вы вряд ли стали бы устанавливать себе такое. Я доктор Сэмюэл Хайден. В моем кабинете есть припасы. Сюда, пожалуйста. И что, он ждал, пока я с ними отношения выясню? Не мог, что ли, прийти на помощь? А что такое? Почему аптечка не открывается? Все в его кабинете? Видимо, да. Ну да, она не открывается никак. Добро пожаловать, доктор Хайден. Серьезный дядька такой, да, большой. Берите любые нужные припасы. Да. 45% бронки. 50. Отлично. Ну, мы пополняемся, пополняемся. Так, сколько у нас на гаусс? Разрушение аргент башни ужасает. Ну, это распресс. Но я все же намерен помочь вам закрыть портал. Наша работа и знания об их мире. Слышишь, Радик? Надписях на каменном артефакте, который мы добыли в аду на заре существования программы. Это мы я. Называем его спиральным камнем. Угу. Спиральный это камень. Это наша самая оберегаемая ценность. Оливия была им одержима. С его помощью мы узнали, как манипулировать энергией ада. Обращать ее себе во благо, пользоваться их ресурсами. А еще он привел нас к вам. Спиральный камень показал нам, как обуздать силу колодца. Я думаю, он покажет вам и как его закрыть. Спиральный камень уже не первый год хранится в лаборатории Лазарь в кабинете Оливии. Попасть туда можно только на секретном лифте из особого исследовательского комплекса по ту сторону разлома. Кажется, вы любите оружие. Я уверен, там вы непременно найдете что-нибудь интересное. Служебный лифт в конце зала. Типа давай вали в туман. Сэмми поговорил. Здорово. Служебный лифт в конце зала. Да, Сэмми поговорил. Ну ладно. Пойдемте воевать. Почему у меня 45% бронки? Там же дофига всего было. Читаем. Персонал ОАГ, да? Сэмюэл Хайден, третья запись. После возрождения Сэмюэл Хайден был назначен директором проекта Аргент Комплекса. По мнению совета директоров, было бы очень странно, если бы первый в истории киборг возглавил самую могущественную корпорацию Солнечной системы. Механоидный Сэмюэл Хайден оказался еще более впечатляющим, чем его органическая версия. Под его руководством Аргент Технологии развивалась лавинообразно. Достижения Аргент Комплекса в корне изменили наше понимание физических законов. Как выразился сам Сэмюэл, мы переписали книгу бытия
и назвали ее Аргент. Так, подождите. Что-то я не понял. Нет. Вот. И назвали ее Аргент. После запуска глобальной матрицы распределения энергии стало ясно, кто на самом деле контролирует ОАК. Самюэль Хайден триумфально вернулся к власти. Полный бравады и тщеславия, он появился в прямом эфире в вечер запуска ГМРЭ. Стоя перед Аргент-башней, он включил огромный трехметровый рубильник, чтобы отправить на Землю первый Аргент-пакет. Тем самым он послал четкий сигнал всей Солнечной системы. Лишь один человек может дать энергию человечеству. Но понятно. Понятно все. Так, нам нужен срочно, знаете, кто? Бот этот летающий. Так, ну давай я опыта наберу на тебе, да. Руну-то улучшать надо мне. Давай. Хорошо. 9, их еще надо таких вот подербанить. Чтобы наша руна стала просто идеальной. Прокачать ее до какого-то состояния, я не знаю. Вы мне напишите в комментариях, что мне в костюме прокачивать. Я так прокачал-то особо, а что еще делать, я не знаю. Как-то пока ни в чем потребности особо нет. О, иди сюда, родной, ты мне и нужен как раз. А, я не то нажал, ну ладно. Так, сколько еще? Хотел сказать 8 человек, еще 8 этих засранцев надо. Ой-ой-ой-ой, какой ты серьезный парень. Ну, сдохни уже, наконец. Бежит так ко мне, как будто сейчас я его поцелую, приголублю. Здесь? Никого? Ну, у нас очередной шлюз, ясно. Продувка шлюза идет. Лоп-лоп-лоп-лоп. Ща подеремся, да подеремся. 285 у пушки Гаусса. То есть они хотят сказать, что все это время пушка Гаусса была заполнена не полностью. Но это что за фигня такая? Так, адиос амигос, родной. Так, а все не достает, да? О, там, ну, тебя да. А есть еще эти дистрофики? Слушай, такой вообще, как блюют они, вот серьезно. У вас такого впечатления не создается, друзья мои? Забрал. И у меня нету броньки, какая прелесть. А что там надо делать? С помощью бензопилы, да, я могу броньку фармить? Ну-ка. Погнали! Здорово! Это какое-то особое чмо новое, а? Типа гиперахтунг вооруженная. Да ты все равно сдохнешь. Кибер-манкубус. Демоны манкубуса особенно увлекают ученых проекта Лазарь. Стремясь разобраться в биологии этих созданий, доктор Пирс собрала команду биогенетиков для изучения манкубусов и управления их поведением. И больше ничего нам про них игра не хочет рассказать. А вот так. Вот, я вижу. О, а ты обычный, ну значит и сдохнешь, как все обычные манкубенуши. Так, отдыхай. О, сверху, круто. Это то, что нам надо. Что там, где там, кто там? Вот так вот. До свидоли. Что тебе помешало, пупсик, меня убить? Что такое? Моя адовая скорость. О, ревенантушка. Готов. Вот. Так. Слушайте, а мне обещали броньку же вроде. Или не отсюда бронька? Каким образом надо броньку добыть? Я что-то не понял. Я же теперь вроде как могу броньку добывать. Или я как-то не так ее фармлю. Вроде как с этого, с помощью бензопилы же она вроде как добывается. Ну и где все остальные? О! Ну это, я думаю, будет вот так. Тебе больно?
смысле, ты живой, что ли? Да офигел. Сдохни. Вот так. Вылез мне. Сюда залезьте, пожалуйста. Не, я не понял. Я ж какую-то руну себе что-то прокачал. Подождите, что-то я ничего не понял. Мобильность в полете, изобилие боеприпасов. А это что? Нет, что-то явно я не то сделал. Так. Это демон, это что? Зверски убитые демоны оставляют броню. Вот что нужно, вот. Я просто не тот, не ту руну вставил. Это плохо. А я бегаю и не могу понять, что происходит, что у меня ничего не, этот, как его, не получается. Так, ну, пушкой Гаусса мы постреляли, надо что-нибудь другим пострелять, да, я так думаю. Пушка Гаусса себя прекрасно показала, надо сказать, да. Великолепное оружие, но нажми уже. Чё? А, вон оно чё. Вон оно чё. Защитное поле здесь? Или где? А. Вот скотина. Вот скотина. Вот скотина. Скотина, скотина. Настоящая. Штурмовая винтовка. До свидания. А, вон еще летает. Помер. Помер. А здесь... Подождите. Что значит открыть шлюз? А там что? Я чуть ничего не понял. Тут их несколько, что ли, этих путей? Интересно. Что это за звуки? Куда мы залезли? Куда мы залезли? Ёлки-палки. Я так отважно прыгнул. А шлюз этот зачем был нужен, как, друзья мои? Как вы думаете? Я не знаю, я не понимаю. Этот дум заставляет меня думать, а мне не нравится. Я не хочу в шутерах думать. Где, чё здесь? А, вот. Тихо. Тихо. Чё, я упал? Хорошо. Там есть что-нибудь? Нет, ничего вроде. Это вентиляция такая? Ну-ка. Ну нажми. То есть это мне нужно для того, чтобы явно подлететь наверх. Прям явно. Уйди отсюда. Больше никого здесь не будет? Ну давайте. Куда я несусь вообще? Хрен его знает. Это что? Проникните в оружейный отдел. Это оружейный отдел? Секрет. Давай. Тирип-тирип-тирип-тирип-тирип. Притарианский жетон у меня есть. Здесь ничего не надо? Аптечка где здесь? Где была аптечка? Или мне показалось? Или она... Вот она. Давай, пихай. Здоровье поправили. Так. Ну давай. Иди отсюда. Подождите, давайте-ка поменяем модификацию. И что это? Я просто пока не знаю, что у меня за спиной делается. Но что-то как-то я не очень доволен, если честно.
Ну-ка. Так, иди сюда, родной, вот так. Мы собрали бронику. Да, это с него выпало. Значит так, что хочу сказать. Мы меняем на оптику, этим надо будет потом позаниматься. Вот это и я думаю, что... Да, пушка Гаусса пока остается. И вот это. Пойдемте вот сюда зайдем, посмотрим, что здесь есть. Дурак, что ли? И все. Да? Серьезно? Как вы ликвидировали демоническое присутствие? Это что такое? Не-не-не-не, там еще комната была, я хочу там повоевать. Давай. Сколько там? 5. Еще 4 надо. Так, вот так, давай. Отлично. Вот сейчас броня фармится. Все как надо. 6 единиц, немного, немного, друзья мои. Но хоть так, хоть так, хоть так. Все? Ладно, пойдемте теперь туда, куда нам можно зайти. Где там этот вход? Это что такое? Копирование сетчатки не пройдено. Отказано в доступе. Требуется желтый уровень допуска. И чё? Разработка доступна. Изучение слева. Интересно. У вас здесь есть желтый уровень допуска? Сейчас еще одного жахнем. И у нас будет прокачана руна. Все. Мобильность в полете мы прокачали. А что именно от меня хотят? Объясните мне, я что-то не понял. Где я возьму желтый допуск? Что это такое? Станция закрыта. А? Слушай, такой интеллектуальный ресурс меня заставляют задействовать. У меня аж слов нету. А мне не хочется. Здесь это импульс, точнее плазма. ОИК — это центр инвестиционных проектов, таких как разработка ВРГ. А чё надо? Чё ещё надо? Здесь всё закрыто. Мне кто-нибудь объяснит, чё ещё надо этим деятелям? Вот комната. Это что? Здорово. Это что? BFG-2. Проект BFG-9000 был впервые предложен отделом разработки особого исследовательского комплекса. Концепт быстро получил отдельную программу финансирования, был создан отдел BFG для разработки рабочего прототипа. После этого было произведено несколько прототипов оружия. Затем производство было приостановлено из-за многочисленных несчастных случаев со смертельными выбросами радиации при испытаниях. Предыдущие версии оружия несколько отличаются BFG нового поколения схемой выброса энергии. Некоторые разновидности выпускают одиночные аргент-сферы при ударе, выпускающие смертоносную волну. Другие создают аргент-луч, разрезающий все на своем пути. Последний прототип BFG-9000 стреляет аргент-потоками, которые наводятся на цели и варят их заживо. Прикольно, конечно, это. У нас будет BFG. Вопрос только в том, что от меня хотят. Здесь ничего ни у кого не отрывается? Нет. Ничего ни у кого. Представляете? Тут. Это что? Станция закрыта. Ну-ка. Здравствуйте. Верхняя часть торса взята. Интересно. Прям очень интересно. Так, мне это не надо. Мне нужен вход в BFG.
Нажимай. Доступ открыт. Здравствуйте, доктор Питерс. Здорово. Обнаружено биометрическое несоответствие. Идет сканирование. Подтвержден несанкционированный. Ой. Выдворение через 5, 4, 3, 2, 1. Ну я-то запрыгнул. А дальше что? Активирую лазерную защитную систему. Стой, это лучше делать вот так. Она будет подниматься? Чтобы я мог попасть. Да. Все? А бензопила мне зачем нужна? Штурмовая винтовка, пушка Гаусса и дробаш. Дробаш. Хорошо. Мы взяли его. Оу. Вот это да. У нас есть BFG. BFG. Вообще. Ну. Я нажимаю. Не дает просмотр. Оружие. BFG 9000. При правильном заряде и ионизации сжатии можно испускать смертоносные полностью управляемые порции аргент энергии с такой скоростью и потенциалом, которые непостижимы для любого другого оружия. Применение аргент энергии в военных целях привело к разработке и массовому производству плазменных оружий, но ОАК поняла, что способна на большее. BFG 9000 стал кульминацией ее усилий. Существует лишь один прототип финальной версии такого оружия. Он хранится в отделе BFG комплекса передовых технологий. Это оружие выпускает по нескольким целям потоки возбужденной аргент-плазмы, обладающей некоторой способностью к самонаведению. Аргент-потоки наводятся на любые скопления аргент-энергии, обычными оказываются демоны, но иногда и подопытные люди, которым были хирургическим путем имплантированы аргент-маяки. Когда потоки находят цель, они за долю секунды высвобождают огромное количество энергии, из-за этого кровь и жировая ткань жертвы в буквальном смысле вскипают, при этом цель зачастую взрывается. Ну, BFG-то мне не нужно. Поменяй, пожалуйста, оружие. Ну, короче, мы учимся. Понятно, да. Добро пожаловать в правила по пользованию BFG. Всем сотрудникам просьба проследовать к лифту лазера. Штурмачка. На уровне 5. И пулемет. Вот так будет. Что там? Серию-то заканчивать уже надо, игра. Что происходит? Все бегут, да. Уходим. О, как раз контрольная точка. Ну, на этом, друзья, я думаю, да, серию уже можно закончить, прям в самый раз. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.